вообще пусть полгода вот приехал на тест, или как его, тестирование, попробовал, дали. Сейчас еще раз скажу. Да нет, третий, да?
Классно, Семёныч! Очки слетели! Вернее, этот! Бля, нормально! Ух ты! Куда же я улетел-то? Ну да, это не мотик, блин! Высокий, высокий! Высокий, ага. Да, высокий! Да. Все, без слов, все без слов, да? Дядя Саша, как всегда, угостил вкусной штучкой. Ну едет, прикольно едет, особенно 530. Конечно, бомба. Ну и видимо гусянка большая, зацеп хороший. Да, да. Гору прям едет. Пока не это. Шикарно. Кому не хватает зимой адреналина, то самый кайф для покупки. И вообще. Ребят, спасибо за приглашение. Очень понравилось. На мотоцикле который можно зимой ездить. Я сам снегоходчик, но это что-то новое уже как бы. Есть интерес к этой технике. Хотелось бы еще попробовать в лесу. О, конечно. Вообще, кайфу море, море кайф. Давай, давай, давай. Продолжай. Вот не надо, чтобы ты дышал, нужны эмоции, вот сразу. Очень классно. В принципе, с Тимбером, на Тимбере я катался год назад, да, мы катались? У второго мочку, то же самое. Да, да, разница никакой. Я считаю, надо брать на следующий год. Хотел повторить ее сам, но, видимо... Заводские условия лучше из меня это лучше сделать. Опа, опа. Впечатление. Во-первых, ну, ближе, конечно, к мотику, мне кажется, чем к снегоходу. Едешь, ну реально удобно, проще управлять. Что, одна лыжа, она как-то более... По сравнению со снегоходом ты добавляй, да? Более жесткая система связи получается. То есть ты его держишь как... То есть снегоход тебя везет, ты на нем болтаешь. А здесь как будто ты с ним, ну, больше единения, как с мотиком. Это, конечно, прикольное ощущение. Хочется сразу закладывать, ну и интуитивно проще, мне кажется. Брать, да, такую штуку это. Обязательно. Замечательно вообще. Все, спать не буду. Не, хорошо, это не снегоход. Ну да. Что-то вот открываются другие эти. Возможности, новые возможности. Возможности новые, да. Да, новые границы, расширение границ новых. А не остыл. Первое впечатление. Кайф. Кайф. Ну ладно. Еще не пробовал, это какая 130? А это 137, ты катал на это, да. На 129, 40. Я катал на 129, да. Я не знаю, может быть, для пухляка, мне кажется, вполне достаточно. Вполне, снег был бы легче, было прекрасно, да. Снег мягкий, рыхлый. Да, тяжелый снег сегодня. Я немножко переживал, ну да, как гнал за переднюю лыжу. Но оно вообще плывет. Даже нет намека на то, что я, когда на снежке катаешься, допустим, бывает такая колея какая-нибудь после чего-нибудь, да? Ну и все, ну думаешь, блин, на одной лыже, я еще в прошлом году и позапрошлом, ну, тоже такая тема. Думаю, а как интересно, на одной лыже все равно сбрыкнет, да, и на бок, да, сразу, да, завалишься, да, типа, да? Ну вот я здесь специально поперек и вдоль, и вот так, и так, и так травишь, пытался по колее. А он же свой! Остальные неповторимые. Ни с чем не сравнимый, я сказал даже. Не сравнимый же, да? Не, это не мотоцикл, не снегоход, это... Стоячка! Что-то среднее. Ну да. И что-то с водным транспортом, кстати. Вот да, он плывет вам. Да, да. Ну вот, блин, сейчас бы был бы хотя бы минус 10. Адреналина в два раза больше, в принципе, чем на снегоходе получается.